уже. Чё хотел? We're there, so you can take your blindfold off. Don't you try to follow me, it won't work anyway. If you want to come back to the base, find one of the guys at the fishing hamlet. Merc, it looks like you're at the Great Swamps now. Be extremely careful and don't try to be a hero. Check out your PDA. You should find the location of our squads there. I suggest you... Get yourself over to the fishing hamlet. That's where they are. Base, we've dislodged the enemy. А вот такое вам как? Чего молчишь-то? Держать оборону!
Входите, их все. Бегом! Не теряться! Я тебя слушаю. А этот гол как сокол. Да, у меня и в худшие дни пожирнее было. Ты что-то хотел? Я так понимаю, раз начальство там что-то исследует, то должна быть какая-то конкретная цель. А нам что? Мы на подхвате. Вооружены и очень, как говорится, опасны. Извиняй, конечно, но тебе оно все уже без пользы. Тебе чего надо-то? Предложил бы кто сейчас чайку хорошего. Ух, я бы не отказался. Я это дело всегда любил. А тут с чайными магазинами, ясное дело, совсем туго. Тут главное не дрейфить. Еще не знаешь, куда тебя судьба завтра забросит. Может, будешь потом эти дни вспоминать, как самые счастливые. Задумаешься иногда. Ну, ну понятно. Деньги за работу получают. С начальством тоже понятно. Им конкретный результат. Неужто за всем этим не стоит что-то большее? И ведь черт его знает, что именно. Так считаю. Жаловаться на судьбу. Дело свое дело.
Вроде тихо все. Нечего добру пропадать, я так мыслю. Вон старший стоит. Так ты к нему обращайся. Как оно все в зоне устроено? Начальство умное, все разобраться пытается. А мое дело маленькое. С автоматом по болотам бегать. Жизнь нынче неспокойная стала. Никогда не знаешь, какой сюрприз за пустом поджидает. И удовольствие от работы не то уже. Не то. Я с ней вон говорю даже. Ну и пускай думает, что псих. А она мне, может, тысячу раз жизнь спасла.
Enemy detected. Prepare to attack. Вот так и загнешься, не за хвост собачий. Не теряться! Волыну спрячь! Убери оружие. Волыну спрячь. Ты говори уже, что хотел? Я тебя слушаю. Давай, выкладывай скорее. Да. Ты говори уже, что хотел? You're with us again. Glad to see you.
Have a safe trip. У тебя ко мне дело есть или как? Давай, выкладывай скорее. What's up? What's up? Слушай, все вопросы к главному. Фигура ему сказала, чтоб валил отсюда прочь. Мол, не мешай, мы тут работаем. А, ты говори уже, чё хотел? Ну, парень пересрал, понятное дело. Он такого в глаза раньше не видел. Правда, он утверждал, что было это на радаре. Ну, вы понимаете. Что? Так что вряд ли правда, конечно. Но я вот думаю, что если в момент, когда зона рванула, что если она этих людей приняла какие-то энергетические сущности? Типа новые люди. Hello there. Want to trade? Drop in next time you're in our neck of the woods. Alan, what's up? Have a safe trip. What's up? Hello
Get anything else to fix? Come to me. Закрой отходу. Вещи, ружье, все там осталось. You're with us again. Want to trade? Good luck to you. But I repair faults in hardware, not in its owner's arms. What's up? Remember, to be a good shooter, get your gun talking right. Что это спрашиваю? Мне надо чувствовать. Не надо меня чувствовать.